области культуры и искусства. Артем Смирнов. По итогам 2023 года Артем стал лучшим из лучших и заслужил достойную губернаторскую стипендию, которую будет получать в течение целого года. Губернаторское поощрение назначается ребятам, проявившим особые способности в учебной и творческой деятельности, достигшим значительных успехов в фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах различного уровня. Артем является учащимся 6 класса отделения одаренных детей, класс преподавателя Сергея Александровича Газиева. Судя по результатам участия в конкурсах, можно сказать, что его девизом становится лозунг «Не года без гран-при». За последнее время в копилке его достижений высокие места в самых разнообразных музыкальных соревнованиях. 6-я региональная олимпиада по музыкальной литературе, 7-й международный детский джазовый фестиваль-конкурс имени Ивановой, 14-й открытый региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертина» Ростов-на-Дону, 1-й открытый конкурс юных музыкантов «Ростовские фанфары», международный фестиваль-конкурс «Многоликий Кавказ» Пятигорск, гран-при международного фестиваля конкурса искусства и творчества «Дарование» Санкт-Петербург. Следующим номером нашей программы выступит губернаторский стипендиат Артем Смирнов.